Приветствую садоводов. Сегодня будем пахать огород. Ну и по возможности посадим картошку. Привез вот такой вот мотоблок каскад. И к нему же гусиные лапки. Ну а пахать будем вот эту вот соточку небольшую под картошку. И за тепличкой там пару грядок. Итак, друзья, когда поставили одну сторону гусиных лапок, вторую надо ставить так, чтобы они были симметричны. Чтобы вот эта вот линия, вот этих вот лапок, она была симметрична, соответственно, и с этой стороны тоже. Поставили гусиные лапки и видим, что они сейчас симметричны. Для чего это делается? Для того, чтобы, когда вы будете пахать, чтобы не было болтанки мотоблока из стороны в сторону. То есть у вас будет захват идти симметрично, одинаково и с правой, и с левой стороны. Ну что, сейчас вот эту вот грядочку небольшую спашем. Ну что, друзья, вот практически дерн гусиные лапки берут без проблем. В общем-то и целом, да. Ну вот сорняков действительно много получается, но либо вручную, либо граблями все это дело собирается. Ну естественно, что это еще в течение всего сезона летнего надо будет пропалывать. Но как иначе, это же все-таки дерн, а не какая-то ухоженная почва. Ну что же, здесь закончили. Именно со спашкой. Конечно, работы много. А сейчас перейдем непосредственно вот уже на поле, на котором будем сажать картошку. Здесь у нас вот этот участок один год отдыхал. То есть, получается, в прошлый год мы здесь ничего не садили. Ну, косил я, но садить картошку мы здесь не садили. И сейчас снова здесь вот я перепашу. И в этот год немножко посадим картошки на этом участке. Пропахал в двух плоскостях, вдоль, поперек. Ну и, в общем-то, на этом и остановимся. Обычно мы еще сразу после пашки проходим двойным окучником, чтобы сделать борозды. И садим уже картошку между борозд. Но в этом году мы решили борозды не делать, так как посадим, наверное, только ведро картошки. Почему ведро? Потому что это у нас не основной огород, небольшой. Основной огород у нас другой, под картошку большой. А здесь посадим чисто ведерко. Почему спахало так много? Так чтобы дальнейшее поле просто не зарастало вот таким вот дерном, подмолодил. Ну а здесь вначале немножко картошки посадим просто под лопатку. Здесь жена у меня сейчас большое собрала, сорняк большой убрала. Ну, сейчас я еще раз сюда заеду на мотоблоке, еще выверну сорняков наружу, чтобы еще лучше собрать. Все-таки это будет гряда у нас под мелочевку, под различную. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь на гусиных лапках. Вот такие вот косы намотала. Ну, часть, конечно, нарвала, часть намотала. Их сейчас мы благополучно уберем, очистим лишнее. И уже выйдем на гряду под мелочевку. Это же сразу уберем, потому что там будем все-таки пропалывать. Здесь под картошку, я думаю, полоть мы не будем, но во время посадки картошки мы еще, конечно, будем большое убирать. Вот, и в этот раз мы решили попробовать сажать с удобрением. А удобрение у нас будет вот такая вот рыбка хамса. Ее будем подкладывать в лунки. И, проведем эксперимент, что у нас потом по осени, какая будет картошечка. Ну а вот наш огородик, которую траву у нас вывернула наружу. Видимо, она подсохла. Ну, которая травка осталась в земле, конечно же, она проросла. Но сейчас по мере того, как будем сажать, будет попадаться трава, мы будем убирать. Еще раз повторюсь, что этот у нас участок один год, прошлый год вообще отдыхал, мы на нем ничего не садили. И, по-моему, даже я его не пахал. Так, ну что ж, вот наша рыбка. Распаковали ее. Немножко я ее подразморозил в микроволновке. Но, не сильно, чтобы она сильно не разваливалась. А таким комочком она идет, но отщипнуть можно рыбку. Ну и начали накидывать.
картошка, пару рыбок, где-то побольше, где-то поменьше. Надеемся на хороший урожай. Не надеемся, а он будет хороший урожай. Ну а на этом все. Кому понравилось, ставим лайки. Кто не подписался, еще подписываемся на канал. Ну и все, ребята, на этом все. Всем удачи и пока. Папа, я снимаю, как ты закапываешь. Да, лунки снимаешь.